Какие кредиты вас интересуют? Кредиты на недвижимость, в частности. Ну, немножко они подешевели. Ну, немножко, знаете, как бы. Да, сегодня инфляция высоковатая, потому что ниже ставку опустить банки не могут. Да и ниже вкладов тоже ставки они банки не могут опустить. Ну, у вас какой вопрос? Льготного кредита? На общих основаниях? Льготы я не подпадаю, поэтому когда ждать, сколько ждать, еще когда кредиты подорожают? Может, вы знаете, что должно произойти? Или, может, кредиты нам какие-то придут? От того, что нам какие-то кредиты придут, мы же их на кредитование не можем раздать. Да. С каким вы банком общались? В какой вы банк ходили за получением кредита? Я ходил в Белгропромбанк и в Белвет, когда они восстановили уже кредитование. 38 там, по-моему, в Белвебе, да? У них у всех все банков примерно одинаковые. Просто что там учитывают общий доход семьи, а там только одного человека в Белгропроме. Ну, быстрого снижения ставок не будет, потому что, чтобы снизить ставки по кредитам, надо снизить ставки по депозитам. А снизить ставки по депозитам ниже инфляции тоже нельзя. Поэтому снижение будет, но оно не будет таким быстрым. Да, а вот вы в Беларусьбанке не были, там есть система стройсбережений. Когда гражданин сберегает деньги, он может получить намного дешевле кредит. Я имею в виду система стройсбережений. Система стройсбережений, в течение 3 лет вы накапливаете деньги. А потом банк вам дает 25% вы накапливаете, а 75% стоимости этого уже вашего квартиры или дома банк вам дает кредит. Но уже под ставку намного ниже, чем вот ту, которая на общих основаниях есть.